Последнюю информацию о ходе спасательных работ передают Михаил Антонов. А, это видео у тебя? Спасти удалось пока только одного шедекипажа, работает на грузе «Ванесса». Известно, что это второй механик. Он сильно опорожен, но до сих пор находится на борту спасательного судна. Тела еще двоих моряков подняли на борт без признаков жизни, а судьбе остальных членов команды пока ничего не известно. Скорее всего, в ближайшее время спасательному кораблю придется...